Дети читают стихи. Касимов Вильдан Ленарович исполняет стихотворение «Вкусный снег», которое написала Черницкая. Белый вкусный снег идет, попадает прямо в рот. Если только захочу, снег весь разом проглочу. И тогда что будет, братцы, на санях не покататься, и сугробов не видать, и снежки не поиграть, и на лыжах не побегать. Плохо будет всем без снега, вот поэтому, друзья, снег не съем, пожалуй, я.